Интересы Запада на Южном Кавказе заключаются в том, чтобы влияние России было намного слабее и меньше, что значит, чтобы Армения была более независимой, экономически более сильной, суверенной и так далее. В этом интересы совпадают. Когда спрашивают, в чем интерес Запада, ответ кроется именно в этом. Да, он хочет ослабления позиции России, но это происходит за счет усиления Армении. Мы хотим более сильную Армению? Разумеется, хотим. Это совпадение наших интересов.